В театре имени Толстого большая подготовка. Уже вечером ждут гостей, а потому дел не в проворот. Выставить свет, звук и, конечно же, отрепетировать спектакли. Будущее мероприятие назвали ночью премьер не случайно. Так, если что, ты горничная, поняла? Горничная! Это репетиция спектакля «Шикарная свадьба». Комедия о мужчине, который умудрился изменить невесте накануне бракосочетания и не помнит об этом. Эту историю выбрала Мария Колычева. Артистка учится на режиссера, и впервые она поставила спектакль сама. У нас был на Малый, он прошел несколько раз всего, а потом мы сразу поехали в Тамбов на гастроли. И в Тамбове мы играли на большой сцене. Мы, конечно, волновались, у нас была всего одна репетиция. В Тамбове «Шикарную свадьбу» оценили, сегодня это смогут сделать и липчане. А это уже малая сцена, сюда сегодня попадут только 100 человек в 11 вечера. Здесь тоже репетируют премьеру. «Сон смешного человека» поставил Максим Дмитроченков, он же и играет главную роль. Они смеются теперь, что это был только сон. Ну и пусть сон, пусть. У спектакля, как тут говорят, сложная география. Герой находится то в Питере, то путешествует по космосу. «Камни на веревках» – это эксперимент, как и весь спектакль, и даже этот ночной проект. Во-первых, актеры, они не привыкли работать, начинать в 11 вечера. Как бы это будет такое стрессовое немножко для психофизики как бы состояние такое. Ну и восприятие зрителя, я думаю, ближе к ночи еще больше открывается, и они готовы воспринимать что-то другое. Кроме спектаклей, для гостей этой ночи здесь приготовили выставки картин и старинных элементов декораций, мастер-класс по фехтованию и зоны для фотосессии. А самое главное, вручат премию лучшему зрителю года. Это большой сюрприз, никто об этом пока не знает. Мы знаем, что он в любом случае, этот человек будет в зале, но он об этом не знает. Вот сегодня впервые будет назван тот человек, та фамилия, кто стал у нас зрителем года. Все остальные секреты этой ночи в театре не раскрывают. Планируется, что развлечения для зрителей в здании театра закончатся за полночь, после чего артисты отправятся в отпуск. Наталья Медведева, Вадим Гапанчук, ТВК Новости.